Всем привет! Это я, Ольга Яблокова. И сегодня я покажу вам, как мы с моей дочкой с утра пораньше встаем, идем на конюшню и готовим своих лошадок к работе. Сейчас 7 утра, и у нас работа в полном разгаре. Что ты меня так смотришь? Ты думаешь, я буду это? Так, вот, это Степочка. Катя. Друг. Партнер по работе. Вот мы начинаем чистку. Лошадей выводим на развязки. Вот. Он просит ножичкой, хочет чего-нибудь кушать, вкусненького покушать. Да, Степа? Да. Вот. Сейчас мы его почистим, поседлаем и пойдем работать. Вот наша банда лошадок. Ага, Степа, Степа, Консик и Лунтик. Все ждут в ожидании, когда их возьмут на работу. Сейчас Катя их будет брать на работу. Вот еще малышечка стоит. Нашу малышечку, да, малышечку? Тоже пойдет работать, тоже хочет бегать. Да, мой хороший? Да, да, да. Вот так он нам, да, привет говорит. Вот мы вышли на работу. Вот мы вышли на работу с Катей, я с Консиком, а она вон туда пошла со Степочкой. Че, серенький, пойдем работать? Хочешь работать? Нет? Не хочешь? А надо. Куда деваться? Бегать надо. Так, и сегодня вторник, сегодня у нас легкий день, лайтовый. Сегодня у нас головой вниз побегаем, расслабим спинку. Ну, поделаем, может, там вольтики, переходики. Ну, может быть, там приниманица небольшие такие. Вот. Так, поразомнем сегодня. А завтра уже среда, будем напрягать. Сейчас время у нас 8:30. Вот. И сейчас начнем разминку на лошади. Там у меня Катя едет на Степе. Вот. Так что, в общем, начинаем работать. Итак, я уже закончила с Сереньким, с Консиком. Его завела, покормила его морковкой. Сейчас вот вышла Лунтика работать. Время где-то без 15:10. У нас по самарскому времени. Вот. И сегодня запишу видосик. Предварительный приз А. Дети. Так, вот мы отработали с Лунечкой, записали видео, предварительный приз А. У нас, конечно, не все получилось как надо, как бы хотелось бы. Он ведь сегодня отвлекался. Сегодня, конечно, очень много народу. Вышли на улицу многие, лошади кричат. То есть это его отвлекает. Он тоже хочет на улицу. Но там пока у нас не выставлен манеж, поэтому мы сегодня ездили здесь. Вот. Сейчас пойду еще за одной своей лошадкой. За малышечкой, моей маленькой лошадочкой. Это вот малышечка. Я сейчас его погоняю на корде. Вот, а потом уже сажусь на него и буду работать. Вот. Вот такой мой малышечка. Вот, мы закончили с малышом скакать. Все, я его завожу домой. Сейчас еду сама тоже домой. И потом я приеду уже в обед тренировать людей. Вот. А как ваш проходит рабочий день с лошадками? Пишите в комментариях, интересно почитать. Пока-пока. Вот, после обеда выводим своих лошадок пошагать. Грунт у нас там, вот, поваляться им хорошо. После обедишной у нас релакс. Весна, хочется гулять. Скоро травка пойдет. Все уже кругом зеленеет. Вот у нас в Самарской области, по Волжье
регион. Вот такая вот погода сейчас. Сегодня у нас 16 апреля. Вот. Как у вас погода? Какая? Вот, вывела малышу погулять, пошагать. Может, поваляется. Да, малыш? Поваляйся. Давай. Что ты там ешь?